Как обещала, делаю распаковку. Это посылку мне должна была Яночка отправить, но так получилось, что мы приехали, поэтому посылка пришла сразу без отправления. Так, это Яночка мне отдельно положила такую розеточку. Она вставляется в холодильник, вот тут такие, вот, вставляется в холодильник, ну, можно там что-то такое хранить. Ну, только что-то легкое, потому что вот эти пластинки, они такие не очень упругие. Ну, в общем, это я попробую в холодильнике и потом расскажу. Так, я взяла ножницы, тут же все открыто. Ну и смотрим, что тут мне Дотя положила. Ага, так, без очков никак. Итак, это то, что любит наш папа. Вот такая вот соломка. Вот, соломка. Дальше. Семечки. А мы сегодня ходили в магазин, и я говорю, ой, надо семечек купить. А она говорит, я говорю, какие ты покупаешь? Она говорит, я тебе потом скажу. Теперь я поняла, почему потом. Вот такая еще пачка семечек. Значит, это у нас соленые. Вот, это для Славочки, он соленые любит. И не соленые. Да, это же не соленые, да, это просто смаженные, жареные. Так, что тут еще? Это то, что, собственно говоря, заказывала я у Яны вот такую приправу. Это, наверное, польская приправа. Вот такая вот, две банки. Сейчас покажу вам. Вот такая вот приправка. Так, приправки. Дальше. Ну, как же без шоколада? Конечно же. Ну, вот такой шоколад. Вот. Так. Что это? Это шпротики, шпротики, шпротики. Мы любим такое, шпротики. Так, а это что-то в томатном соусе. Ой, это я тоже люблю. В томате рыбку я очень люблю. Рижские какие-то консервочки. Так, это чай. Ребятушки, вот такой чай. Так, это еще не все. И вот такой фруктовый чай. Вот. Так, и что-то тут еще завернуто. Сейчас развернем, посмотрим. Так, это можно уже убрать. Посмотрим, что здесь Дося еще положила. Она нас все время балует. Ой, вкусняшку. Смотрите, какая вкусняшечка. Это такое вот, как семечек, как печенье. Сладкое. Как, или казинаки. Вот такое что-то сладкое. Вкусная. Во. Вот такая вот посылочка. Все вам показала. Попросила только две баночки приправки, а получила еще целую кучу всяких вкусняшек. Так что огромное спасибо дочечке. Она меня все время балует. Мы сегодня пошли в магазин. И то, и то, и то. Я сама. Чайник купила. Ну, я видео выпущу, вы посмотрите. Все, что не хватало, чего в доме или принесла, или купила. Ну, в общем, спасибо и доте, спасибо и зятю. Они у меня просто золотые. Вкусно. Ребята, необыкновенно. Видно, с медом. Такое впечатление, что это с медом. Очень вкусно. И чаек. Сегодня они вечером придут, и мы их угостим их чаем. Вот такие мы. Ну, все, дорогие. Обзорчик вам показала. Сейчас буду видео снимать намного больше. Больше вам буду всего показывать, как мы тут живем, как тут живет народ. Вот. Ну и... Как обычно, я всем желаю здоровья, я всем желаю счастья, я всем желаю мирного неба. До новых встреч, дорогие мои. Да, не забывайте подписаться на мой канал. Все, всем пока-пока.